А зачем все это нужно? Любители экстрима, наверное, не задаются этим вопросом. Им хочется пощекотать себе нервы, получить порцию адреналина и при этом остаться в живых. И они находят для себя такие места, где можно все это получить. Благо, сейчас в мире их предостаточно. Стеклянная площадка над пропастью во французских Альпах – очередной аттракцион для любителей чувствовать опасность. Еще бы, 1000 метров до ближайшей остановки, а между тобой и пропастью только кабина из тонкого 12-миллиметрового стекла. И хотя создатели уверяют, что все надежно, но все равно очень страшно. Зато если рискнете, впечатления останутся незабываемые. Недаром эту смотровую площадку называют «шаг в пустоту». С такой высоты увидеть Альпы значит не забыть их уже никогда. Ну и конечно, собственные ощущения во время обзорной экскурсии, когда сердце уходит в пятки, слегка кружится голова и подгибаются ноги. В такие минуты вспоминаю слова Высоцкого: «Лучшие гор могут быть только горы». Строили аттракцион на вершине Эгвидю-Миди в течение 3 лет. Создателей вдохновила смотровая площадка Skywalk в штате Аризона, которая тоже сделана из прозрачного стекла, но имеет форму подковы. Посетители в обоих местах должны снимать обувь и надевать тапочки, чтобы не поцарапать стеклянный пол. Наверное, такие страшные аттракционы все же имеют право на существование, если в нашем мире есть люди, которым они нужны.